Всем привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный соус песто. Этот соус, конечно, сейчас можно найти в магазинах, но если вы приготовите его дома сами, вы уже не захотите его покупать. Кстати, делается он очень просто и быстро. Итак, посмотрим, что нам для него сегодня понадобится. Итак, начнем мы с кедрового ореха. Его мы обжарим на сухой сковороде в течение нескольких минут до появления румяного цвета. Кстати, кедровый орех можно заменить в этом соусе на, допустим, кешью. Поджаренный орех всегда намного ароматнее, чем сырой, и даст нашему соусу очень яркий вкус. Орех мы сейчас отставим в сторону. Для соуса он нам нужен обязательно остывший. А пока мы займемся сыром. И сыр здесь нужен именно пармезан. Его мы сейчас натрем на мелкой терке. Что касается зелени, то у нас сегодня зеленый базилик. Именно его я люблю использовать как основу соуса песто, хотя иногда заменяют его и на другую зелень. Нам нужно сейчас оборвать листочки, стебли нам не нужны. Ну а пока я занимаюсь базиликом, расскажу вам, где может вам пригодиться соус песто. Это могут быть пиццы, пасты, всевозможные бутерброды, брускетты, также разные салаты. В общем, этот соус вам пригодится для многих разных блюд. Все самое сложное мы с вами уже сделали. Дальше нам понадобится либо погружной блендер, либо блендер с чашей. Смотрите сами, как вам удобнее. В чашу выкладываем все ингредиенты, сыр, базилик, кедровые орехи, соль. Чеснок у меня достаточно крупный, поэтому я его нарежу помельче. И заливаем все оливковым маслом. Осталось с помощью блендера измельчить все в кашицу. Вот такая консистенция получается у нашего соуса песто. Дальше соус перекладываем в стеклянную посуду с крышкой, что-то вроде вот такой баночки, и он будет так прекрасно храниться в холодильнике. Правда, я сомневаюсь, что он у вас долго будет храниться, потому что, поверьте, вы его съедите очень быстро. Вот так быстро и просто можно приготовить этот невероятно вкусный и ароматный соус песто. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк, пишите мне комментарии, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Также заходите в соцсети, все ссылочки будут в описании. Ну а на сегодня у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!